Эй, what's cracking, дорогое отсутствие подписчиков, с вами проект ЕА! И... Это мы. Это мы. И мы хотим представить вам новую... Не, как-то новшество на ютубе. Рубрику, наверное. Это рубрика разве? Ну, это новшество в любом случае. Это не гребаный Let's Play. Это Let's Watch. Так точно. Мы будем смотреть рестлинг, а вы будете смотреть, как смотрим рестлинг мы. И мы еще пьем пиво. Потому что оно будет под пивко. Да. А у нас все под пивко. Но алкоголь вредит вашему здоровью, не забываем. Черт, табакерки, давай, врубай. Ну, в общем, все вроде ясно и понятно. Да. Мне кажется, на нас будет интересно наблюдать. Я бы на нас понаблюдал. Я вообще ночами часто на нас наблюдаю. Если понимаете, о чем я. Сегодня у нас выпуск. Backlash! Сенсоки Накимура! Не, экстра счет! Я с мучашки покажу тебе. Ай. Сайт 545.com. Ты знаешь, по какому языку? Начинает трясти уже. Что? Что? Ну похож на него, дальше что? Че не тебе тоже? Поэтому ты так не делал. Заказывайте, подписывайтесь на канал. А, смотри, там даже студент на тебя похож. Тогда дебютировал Бэрон Корбин, и все думали, ну вот, Бэрон. Ты чё, сука? Я пропустил этот момент. Ухаркнул ему в лицо. Сказал король. Топовая фраза. Базарю. Да-да-да-да-да, вот сейчас кто-то получит. Киншаса! Да! Раз, два, три! Куца си! И не мечи! Ненавидимся! Но мы-то с вами же болели за Синсуки, правильно? На концовке, конечно, оборвал, да? Нормально! Джей Усо на ринге. Так, он жирный. Худой. Худой. Вот жирный, Джимми Усо. Значит, у нас не Джимми Джимми, а Джимми Джимми Джимми. Сало, сало, сало. Блин, это ютубы и комментаторы. Это же Тайлер Бриз. По-моему, это мама Фандан. Там песок высыпался, наверное, на него. Слава Украине! Что? Чёрт, да? Сука, опять я всё пропустил? Очень хаотичный матч, немножко тоже его потеряли. А надежда была. Пиво, пиво ему! Ставь лайк, если тебе тоже не нравится Сэмми Зейн, и ты не понимаешь, какого ему пиарить. Ставь лайк, если тебе понравилось, если не понравилось, да. Подписывайся, если то-то, если то-то. Мы не ютуберы. Нахуй такую хуйню! Нравится, ставим. Не нравится, пошли. Посмотри, все орут, что вы ему орете там, что в нем такого? Ну рыжий хуй, ну и че? Рыжая борода. Ну ты знаешь, когда я с рыжей бородой, мне никто на улице что-то не орал. О, уляхали, 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 уляхали
Физкульт-привет, пацаны! Mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft! Кого там только нет? Заткнись! Карьера. На усы может пора бриться. Что это такое? Ты ж вспомни, Сет Роллинс, волосы высохнут. Чё, Валерий Леонтьев? Ах, мой милый августин. Сразу надо было так говорить. Тупые слова. В смысле сразу? В смысле сразу? Кейли, у нас тебе кыло. Я не знаю, что с тобой делать, где будет. Вот ты правильно сказал, в натуре на игру. Да, хай разницы раздал. Да, да. Да, точно. Один в один нахрен. Ну, игриво. О, чемпионка! Смакдаун! Смакдаун Women's Champion! Опа! Новый выход. Нормально, наверное. Плащ? А чё сняла, то мы ж не заценили. Рано сняла. Ай, выход хороший у меня вообще. Лайк за жопу на воле. Ма, обрати внимание, карма в штанах, как ты любишь. И без наколенников. И без жопы. Вспомнил с ней фотки Шарлот. Два? Что? Не верю. Сейчас я что-то буду смотреть. Оп. Оп, wait a minute. А что? Ты... Так, это крупным планом будет. Это будет крупным планом. Бекки, но Наталья это уже... Здесь, как Наташа жопу рвет. Да чушь, это Бекки Линч, она так не сдастся. Несмотря на новую прическу, поражение, похоже, не избежать. Очень опасная ситуация. Все. Чё? Да что за непредсказуемый смакдаун? О, блядь. Я, блядь, лицо Америки. Ты канадец! Удобно? Да, вам. Удобно? Отлично! Нормально! Я же рабас. Америки. Я же...
Можно все. И даже больше. Потому что мы кто? Мы... Я! На канату все будет! А чёрт! Спят усталые игрушки, книжки. Да, да. Просто. Какая тушка, да, падает. Потрясающе понял. А ты что, отчаянный? Отчаянный? Все, отчет. Да ну нахрен, так матч закончится. Отчет там? Вы что гоните? Причем отчет-то? Давайте быстрее заканчивайте свой наиинтереснейший матч. Охуеть, Лю Харкер победил. Брок Лешнер! Не будет защищать. Его не будет, например. Он не будет защищать. Вы охуеть! Да, вообще? Лайк, если считаешь, что Брок Лешнер. Потому что, ну так нельзя. Чемпион или кто нахрен? Хорошо, мы не говорим тебе защищать титул, как CM Punk. Не то, что раз в неделю, на каждом шоу. А, ну, хотя бы раз в месяц ты это делай, пожалуйста. Соизволь. Соизволь, да. Ну, вышел ты от там кого-то и ушел, ну все, защитил. Ну, как точно, да? Вот за кого я болею сегодня. Нет, но... Слышу голос в голове, и волос указывает мне. Ну, тут такой случай, где я буду рад в любом исходе матча, вообще в любом. Промахивается, махал и арки! Нет, арки я могу получить уже сейчас, но нет. Ну, в смысле, в любом это, если честно, друг друга удержат. Из-за леса, из-за гор, показал мужик топор. Да не просто показал его хуй. Давай уже. Ай, сука! Сука, вы написали там Кэмэл Кланч. Где Кэмэл Кланч? Два! Да ну да! Да ну да! Что? Да ладно! Да! Смотри, люди б***ю! Что? Что? Джиндер Махал, чемпион, ты прикинь! Ладно. Что? Давай сделай так. Чего просто? Ребята, мы уже неоднократно говорили, что сегодня Смакдаун непредсказуем. Мы пи***ски непредсказуем. Что? Что вообще происходит? Что? У меня жопа чула, что так и будет. Я до последнего не верил, что... То есть, ну... Чувак не имел ни одного титула вообще ни разу. Он ни разу не был в матче за чемпионство. Что? Да. Вот, вот так и надо делать. Вот учитесь, Роу. Вот это вот я понимаю. Вот это неожиданность. Блин, это самое главное неожиданность за меня, что есть. То есть, вот этот момент переплюнул весь Royal Rumble, который был в этом году. Весь. Ну да, выход Роумана Рейнса вообще был. Прям. Блин. Класс! Ставь лайк, если тоже согласен с нами, что это круто. Это реально круто. Не какие-то топовые рестлеры начали выигрывать, а вот именно те, кто были полными жоперами. 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 Просто которые сосали. Сосали у всех. И вот он просто бах сразу же.
первый претендент матч и выиграл. Это круто, реально. Слышь, коллега, давай собирай, блядь. Можно фронт буду собирать. Собирай. Ударь меня по щеке. Бах! Все? Точно, Джиндер Махал. Ну что ж. Что ты, мать твою? Ну-ка, что ж, мы закончили смотреть Backlash 2017 года. Да. По версии SmackDown. Эксклюзивные, да. Супершоу SmackDown. Наши эмоции. Ну, я ставлю 9 из 10 только за финал. Потому что, ну, это было просто, ну, это вынос мозга. Сука. А***ть. То есть, 9 из 10, ребята, серьезно. Не знаю, что скажешь, мой коллега из проекта ЕЕО. Чё, ты хочешь мою оценку? Да, Саша? Твоя оценка. 8.2. 8.2, да. Ну, я на своем веку повидал и получше шоу. Ну, это понятно. Не, ну я только 9 из 10 чисто за концовку. Да. Я не говорю, что это шоу было. Ну, для меня большая часть поединков была предсказуема. Вот я понял. Да. Я прям чувствовал, что так и будет. Ну, то, что я уже не первый год смотрю. Ну, считай, бабская. Ну, тут вообще. Ну было, да, да, тут нас обломали. Вообще, да. Нас тут обломали в этом плане, да. Что-то. Командное было так вихляво, не особо мы понимали, кто что выиграет. Ну, мы все-таки думали, что все-таки выиграет полицейму. Полиция, да, моды. Но, блин, нет. Мы все-таки с тобой на это надеялись. Но тут-то мы были прям стопудово уверены, что Рэнди Уортон все-таки выиграет. Я знал, что Махал выиграет. Ты прям знал? Я чувствовал это. Я же говорю, черная жопа, я чувствовал. А, ну да, и твоя черная жопа вообще много чего чувствует. Вот. Ну, в общем, мы очень рады, что вы досмотрели до конца. Да, да, всем спасибо, кто посмотрел это видео до конца. С вами был. Мы не знаем, насколько оно выльется. По времени знаем, вообще. Да, пока не знаем, потому что мы снимали уже, насколько... Мы начали в 9 вечера, да? В 9 вечера мы начали, уже сейчас ночи. Да, начало 10-го, у нас 10 минут 1-го. Вот. Ну, вы будет, на свет не смотрите, это просто у нас хорошее освещение, а так-то уже на улице это темень. Офигительное освещение, да. А так-то вообще на улице темень полнейшая, вот. Так что, что можно еще сказать? Еще раз спасибо всем, кто к нам присоединился, кто просто глянул, может. Даже случайно. Все равно просмотр считается. Да, даже случайно, но это, ну, просмотр считается. И если ты просто промотал назад, то тоже поставь лайк. Да, ты это сделал. Ты посмотрел до конца, да. Ну и, конечно, подписываться на канал, там, если что, там эти, как его, там, я не знаю, вот блогеров обычно там на колокольчик это надо нажимать. Я не знаю, что это означает. Ну, кто в теме, делайте то, что нужно, то, что зависит от вас. Вот, хотим спасибо сказать еще 545 ТВ. Обязательно 545 ТВ. В спортивном языке, потому что мы их уже давно смотрим с их переводом. Вот. Все очень приятно. Ну и, конечно, самому WWE. Ну, это... Да, базара нет вообще. Да, да. То есть, мало ли нет, нас тоже там. Не эта компания, то мы вообще бы тогда бы это видео для вас не делали. Так что всем еще раз спасибо. Всем всего доброго, спокойной ночи или спокойного дня. Неважно, сколько у вас сейчас времени ночи. Прекрасного времяпрепровождения. С вами был проект ЕЕО! Под пивко. И мы говорим вам всем... Что мы скажем? Да, мы все придумали. И короче, это был телепроект. Это был проект под пивко. Все, пока. Пока. Тут.